Видео про тоже продолжение про петунию. В том году я садила вот такую петунию. Мне понравилось, классная вообще выросла. Очень огромные. Петуния Василиса Премудрая, красная. Вот такая вот она и есть красная. Если ее покормить суперфосфатом, я там писала про него, она вот такая будет вообще классная. Что я ее посеяла, вот что у меня растет сейчас в данный момент. Видите, какая она очень хорошо, на пересадку хорошо бы не несла. Тут просто загнулась. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. Да, вот пять у меня вот таких вот. Вот это вот я второй раз сажу, рекомендую. Хорошая очень петунья. Так, и в том году я сеяла почти похожую вот такую петунью Джоли. Синяя. Она тоже хорошо цветет. Также я ее суперфосфатом кормила. Вот она, видите как. Ну, она еще после пересадки немножко вялая, но потом живет. Вот тут она ее тут у меня. В этой пачке больше было, видимо, семян. И вот все, что было, все взошло. Тоже хорошие семена, мне нравится. И тоже она неприхотливая, хорошо растет. Так, и в том году я еще в этом году тоже посеяла. Так, эти я петунии посеяла 17 февраля. Вот эту и вот эту. А еще я выращивала в том же году, выращивала вот такую петунию обаяние. Ну, в основном у меня красные были, фиолетовых у меня не было. Почему-то, я не знаю, в том году. Эту я посеяла попозже. Я посеяла 6 марта посев. И она тоже, она очень хорошо взошла вообще. Вот. Она маленькая еще, потому что я ее посеяла в марте. В начале марта. Сейчас конец марта. Вот, получается... Вот такая вот она маленькая еще пока. Ну, она вырастет еще. Она очень хорошо растет. Рекомендую вот эти все у меня в одно. Вот так вот я все вместе садила. То есть чередовала. Один такой кустик садила, это один. И вот так. И все вместе как бы. Вот. И было очень красиво. Рекомендую вот эти посадить. Точно вырастут. 100%.